Один штурмовик башраду, а на немец фашист шарлагер крокнагитахаз обснунпи айбашчарахит сход документква ртанхачар на пачоги ртан спутника пресс-центрача. Рехитскуа хван нирабшаз бжюек. Урт ртанхача аджанчила яапхана ха проектах цазырхан хюра айхабы Григорий Скворцов ирзейта ихон гитахаз руа чарторах. Айбашчу аванес чаргрубяны документквар гаразы дайт яшипха. Мы выполнили перед нашим отцом наш долг, что забрали, чтобы он там покоился спокойно. Спасибо. Включаем вам документ. Он похоронен недалеко от Минска, в деревне Мусюковщина. Это страшный был концлагерь немецких фашистов. Там погибло огромное количество раненых пленных. Но Белоруссия – братская страна. И если вы захотите туда поехать, вы нам обязательно скажите, мы вам поможем. Спасибо большое. Хорошо. Поздравляю. Спасибо. Итахазов Рахаша Рыбшара, обзору по проекту акция Зырханхюра. Григорий Скворцов, автор с дызму, а проект обснау сурояла гешти хышук сору пицуа. Уяамта ялак дзэна хабарды и бжадзэз, айбэс чарыхит софиха не вифе бы документ куартын хатша и рыртахейт. Мы с 2014 года начали этот проект. Я решил поинтересоваться, а если такое огромное количество узников концлагерей для военнопленных, где погибало по 30, по 20 тысяч, по 40 тысяч, даже по 80. Есть ли в этой категории Абхазия или нет? И вот в 2015 году я обнаружил самую первую фамилию. Это Алексей Буюклян, студент, который случайно, в общем, оказался у немцев в плену, но даже студентов они не пощадили. И вот с того момента началась наша работа. Мы сформировали архив. У нас получилось почти 300 фамилий жителей Республики Абхазии периода 1941-1942 года. Этот архив мы доставили в республику, и благодаря поддержке Мираба Борисовича Кишмари, министра обороны Республики Абхазия, наш проект стартовал. А проект Ахтя Зырханхюра, Анна Гдзырагна, Ацхырара, Артует Хахуапи, Арат, Псырай, Урта, Курсант Шаги. Урт Рыбзуралу, Бзыц Бухрзым, Дрюаза, Фрхат, Шартын Хатша, Ирдырр, Тагадзыра, Шалар Шахо. Мы создали группу курсантов. Это уже третье поколение, которое занимается этим благим делом. Проект обязан жить, проект обязан существовать. И мы со своей стороны сделаем все возможное для того, чтобы наши курсанты были приобщены к этому делу. Это наше будущее поколение, и они не должны забывать историю Великой Отечественной войны. Один штурмовик башраду ялахун вёх нускюк хтулау апсыра. Уртрахт хабарды бжиадзы зархабхадзара ха нускюк ржэнзэ и надзойд. А проекта хатарнак шахтула ялты зайбэшча рэхэцква рыбшаразы. Рэхэ ядыр хойд Германией, а советает гылыр хюнд карат архивку. Убасым шквак рабхя и рыбшахи у айбэшча рсия яцлэйд. Вэнни вэнюк хабарды бжиадзына ега зайбэшча документква рыбшара ялагойд. Налач Хинджирия, Паруслан Орлов, Абсотиля Хопшра.